Химчане станцевали вальс в одной из химкинских школ. Мастер-класс провела хореограф со стажем Маргарита Покладова. Начала встречу с короткого экскурса по истории вальса. Его до сих пор считают самым романтичным танцем, приковывающим внимание к каждому движению танцоров. Близко прижавшись, животами. Вот как вас натаскивать? Мужчина. Мужчина будет прямая спинка, а девушка немного отвела назад спинку. Мужчина за талию. Так, немножечко проверить. И дама кладет кавалеру ручку на длинную руку. Три такта. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. С начала 19 века вальс был самым популярным во всех слоях европейского общества. Сейчас уходит на второй план. Однако фанаты танцев золотого века и сегодня есть в Химках.